Всем доброе утро, ребята! Вы посмотрите на этого Чебурашка! Чебурашечка! Это нам подарили друзья с России. Такую классную футболку. Мы до нее доросли. У нас сегодня прохладно, на 4, по-моему, градусов холоднее, чем вчера. Я Манюшке штанишки надела. Вот. И дождь у нас передает. Ну, судя по погоде, понятно, что будет дождь. Было солнце, но оно ушло, тучами все затянуло, похолодало, ветер. Вот. Так что играем дома. Мы убрали, кстати, уже коврик, как вы могли заметить, потому что Пума с Ваньком его раздербанили просто в хлам. И они отрывали, короче, вот эту тоненькую пленочку и разбрасывали по всему залу. И плюс ко всему Ванюк это все пытался взять в рот. Ой, короче, мы решили убрать его. Гуляет по квартире малый. Вот, Вани и Пумы нет, они уехали. Дело в том, что последние несколько дней мы начали замечать, что у Пумы появился кашель. И мы зашли в интернет почитать, ну, причины, и там их столько много. В общем, нужно сдавать анализы, нужно, чтобы смотрел ветеринар. И мы решили с этим не тянуть. И сегодня же позвонили. У нас хорошо, что хоть ветеринарные клиники работают. И нас прям сегодня приняли. Так что Ваня повез у нас прям возле дома. Совсем недалеко. Тут буквально 5 минут на машине ехать. Вот повез. Посмотрим, что скажут, потому что, в принципе, ничего не изменилось. Она такая же игривая, она очень хорошо кушает, очень хорошо пьет, в туалет тоже ходит, что немаловажно. Она довольно активная по вечерам, она и играться любит, она очень ласковая. В принципе, никаких изменений в поведении мы не заметили. Но вот то, что она кашляет... где-то, ну, раз, наверное, 5 в сутки точно кашляет. То есть она не, ну, как бы, как объяснить, не кашляет, она как-то один раз у нее, но такой хриплый, такой довольно продолжительный такой, вот как-то вот так вот она кашляет. И, в общем, да, Ваня поехал в клинику с ней, мы посмотрим, что скажет, надеюсь, что все хорошо, возможно, там какие-то, ну, нужно будет пропить лекарства, и все будет отлично. А ты все с брокколи бегаешь, да? Нет. Это что, брокколи? А вот тебе банан. Или ты мне сейчас еще принесешь? Походу будет мне еще нести. Кстати, как вам мой домашний новый костюмчик? Вот, мне очень он понравился. На Asos его заказывала. Очень, короче, здоровый. Очень приятный, удобный. И выглядит хорошо, да? Яркий такой. Да. Это перец. Ты маме принес желтый перец? Желтый перец маме принес? Держи брокколи. Нет? Банан? Перец? Ничего не хочешь? Тогда неси маме еще овощи и фрукты. Давай. Чудо, у нас сейчас этап, когда Ваня все носит, приносит, отдает, складывает. Какую спаржу ты маме несешь? Вау, спаржа. Да. Держи брокколи, спаржа, банан и перец. Что еще принесешь? Неси еще. Неси морковку, клубнику, картошку, сливу. Все неси. Так, что ты мне несешь? Мандарин. Ничего себе, какой оранжевый мандарин. Молодец. Неси еще. Что тебе дать? Мандарин? Нет? Перец? Банан? Спаржа? Брокколи? Да. Да, на брокколи. Нет? Ты маме хочешь дать? Хорошо. Неси еще. Чудо. Так, что ты несешь маме? Собака? Собака гав-гав-гав? Что ты несешь маме? Сливу? Не, передумал. Передумал маме сливу нести.
Он все что-то другое, наверное. А, собака! Собака гав-гав-гав! Ты маме собаку несешь! Ав-ав-ав! Гав-гав-гав, собака! Давай ее тут поставим. Так, кстати, сейчас почему-то любимая игрушка именно вот собака. Что ты еще маме принесешь интересного? Что там у тебя? Мама не видит. Морковка. Морковка. Вот, клади на стол морковку. Молодец. Иди. Да, неси еще. Вот наша Пусяня у нас на визите у ветеринара. Это, кстати, у врача. Ну, в принципе, врач. Только животные. Сказали, заходить нельзя, хотя раньше всегда можно было заходить с кошкой из-за того, что, ну вот из-за этой ситуации. Поэтому буду наблюдать из-за окна пусяника. Она так боится ездить. Бедняжка. Ну что, сейчас домой поедем. Посмотрит и скажет, что ничего нет, все хорошо, и мы спокойно пойдем домой. Всем привет, ребят, я вернулся от ветеринара. Давай я тебя. Ветеринар или ветеринар? Ветеринар, ветеринар, да? В общем, от врача для животных. Ветеринар, ветеринара. Посмотрели пуму, смотрели, померили температуру, смотрели горло, там, в общем, у нее воспаление горла. Я даже не знал, что кошки, ну, такое может быть. Вот. То есть, получается, простудилась она у нас. Ну, причину нам не объяснили, мне не объяснили. Вот. Сделали ей укольчик, чтобы у нее прошло вот, воспаление. И также прописали курс антибиотиков. 10 дней нужно будет пропить. Ну, так что вот такие вот дела. У нас ты рассказала, да, то, что у меня был кашель. Да, 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 да. И еще сказали, если не пройдет. Да, если не пройдет вот за, ну, до понедельника, если улучшений не будет, то нужно будет позвонить. И они уже там, может быть, новый визит назначат или что-то посоветуют еще. Вот. Ну, мы начали переживать то, что, ну, не проходит, нужно, потому что если это запустить, там могут быть очень плачевные последствия, потому что очень много разных причин, почему может быть кашель у кошки. И, ну, мы вот, в общем, это все сделали. Вот, ну, хорошо, что все хорошо, взвесили, да. Сказали, что все у нее отлично, вот единственное, послушали, да. Ее этим. Штукой такой. Я не знаю, как она называется. Ну, вы поняли. Вот. Все, мы сейчас будем наконец-то есть. Это наш будет первый прием пищи в 2 часа дня. Я просто умираю. Ванюшка, я тоже завтракал, все делал. Два раза. Он уже обедает? Я съела лаваш. Кстати, знаете, почему я вчера назвала это лепешками? Знаешь почему? Потому что в комментариях написали, что это лепешки. Это лепешки. Мне сказали, Катя, что ты выдумываешь? Какой это лаваш? Лаваш выглядит не так. Это лепешки, еще их называют такие. А сегодня в комментариях все пишут, что это обычный лаваш. Какие-то нафиг лепешки. Я такой думаю, прикольно. Прикольно, прикольно некуда. Короче, я теперь не знаю, как они называются. Короче, лепя-лаваша. Лепя-лаваша. Лепя-лавах. С яйцом, с луком, с сосиской. Чебурек такой. Да, сухой чебурек. Чебурек на гриле. И чай. Так что всем приятного аппетита. Я приехала в магазин на небольшую закупку. Гуляю тут немного по магазину. Народу очень мало, практически никого нет. Но это все потому, что я приехала сюда вечером. И вечером здесь практически никого нет. Так, я хотела взять какое-нибудь мороженое. Мы же сладкое не едим. Поэтому хочется мороженку какой-нибудь. Ну, вот это мое любимое мороженое, Магнум. Я люблю с миндалем. Я возьму вот такую вот большую коробку. Тут всякие разные. Вот. И все. Это, кстати, мини-версия. Вот, смотрите, что я здесь купила. Я взяла
цельное молоко козье, нашла молоко коровье, это для Ванюши, мороженое. Ваня взяла йогурт, Ванюшке и Ване кефир с клубникой, он без сахара, вкусный очень. Себе пить кофе взяла макароны, Ваня их не любит. Потом взяла ветчину, рыбку, у нас овсянка закончилась, Филадельфия, перец, цукини, салат, помидорки черри, капуста, яйца, черешня, клубника, виноград, бананы и мяско. Говядина, куриные бедра и фарш. Фарш кину в морозилку. Вот, осталось мне купить еще малинку, лаваши и доширак. А вот так у нас продается гель дезинфицирующий. 5 евро стоят маски. Прям вот в таких коробках продают. Вот, знаете, как дорогой алкоголь или что-то дорогостоящее в таких коробках. Вот у нас маски в коробках по 6 евро. Получится 10 штук 6 евро. Есть другие маски. Вот, и они стоят 30 евро. И здесь их всего 5 штук. Да не, не может быть их 5 здесь. 50. 50 масок за 30 евро. Но у нас маски пока есть, поэтому мы пока маски не покупаем. Ваня, кстати, здесь купил, потому что в аптеке раз в неделю выдают одноразовую. Потом гели. У меня есть один гель в сумочке. Вот. И вот спреи продаются. Есть вот такой вот мини. Стоит евро 69. Побольше. Так, что тут у нас? Ну, все, в принципе. Салфетки я взяла. Так, от солнышка уже, в принципе, можно тоже спасаться. Вот. Но пока мне ничего не нужно. Ванюшке купила самое главное все. Так, просто хожу, глазею, чтобы немного развеяться. Ну что, все, я все купила. И, в принципе, можно отправляться домой. Все взяла, еще вон хлебушек взяла, овсяночку. Когда я сказала доширак, я имела в виду вот такую вот лапшу быстрого приготовления. У нас доширак не продают, но вот эта вот лапша вкусная. В общем, мне еще такой кассир приятный попался. Загрузил мне все в телегу, что необычно немного. В общем, да. Я сама не тащила эти пакеты. Ну, очень приятненько было. Все. Спускаемся на парковку. Тут без изменений. В торговом центре пусто. Никого нет. О, медиамаркет открыт. Странно. Это что-то новенькое. Прикиньте. Медиамаркет открыт. Обалдеть. Мы сейчас начали смотреть сериал, который мы смотрели очень давно, Modern Family. Я не помню, как называется по-русски. Ну, в общем, мы сейчас смотрим на Netflix на испанском языке. Так, Иванюшка решил взять пульт и выключить. Так, ну-ка давай сюда пультик. Что ты наделал? Все, Катя сейчас идет укладывать Ванюшку. У нас время... 8:30 практически. Ваня! У него новая мода. Поднимать футболку. Было видно пузо. Тебя мама зовет, иди. Что это? Пойдем скорее. Пойдем. Пошли. Ты папе пока-пока сказал? Помаши папе. Пока-пока. Повернись, покажи. Пока-пока. Пока-пока-пока. Помаши ручкой. Пока-пока-пока, папе, скажи. Опа, стой. Пошли. Все, пошли. Маленький наш чебурашка. Давайте. Все, спокойной ночи. Катя... Молоко? Ну, пошли. Вот молоко.
Короче, Катя спрашивает у Ванюшки, он начал глаза тереть, она ему говорит. Все, ты спать хочешь? Он, да. Говорит, все, пойдем спать. И говорит, скажи папе пока-пока. Он такой, так раз, сделал. И все, и они пошли. Потом Катя ушла. И вот сейчас они идут спать. Так вот у нас каждый вечер. Теперь он как бы сам проявляет желание идти спать. Но, несмотря на это, когда ты с ним ложишься, его пытаешься уложить, чтобы он уснул, чтобы он спал, он может очень долго не засыпать. То есть я вчера с ним... час, наверное, его укладывал. Ну, то есть, как я укладывал? Я с ним просто рядом лежал, и это там он... Не могу открыть бутылку. Иду, сынок, иду! А вот... Вот так вот Ванёк требует молоко у нас. Хотя мы только недавно поели, но он все равно перед тем, как уснуть, ему нужно попить немного молока. Ну, как немного? Нормально. Ребенок спит, кошке лекарства дали, искупалась, волосы помыла. Все, можно отправляться на боковую. Спасибо за телефончик. Надо поставить его на зарядку. Надо скинуть. А, да, надо скинуть влог. И молоко убрать, которое Ванька не допил. Все, ребята, будем с вами прощаться. Так что всем спокойной ночи и всем пока.